Мебельное производство «Полипол» Вывоцевич. Сейчас мы готовим указ об изменении границ СЭС в Брест. Причем изменение, не увеличение, а изменение. Там где-то в Бресте уменьшим, а здесь добавим. Что мы будем от него иметь? Я очень долго колебался, подписывая этот документ. 1000 рабочих мест. Ну, что нам 1000 рабочих мест? Что мы будем иметь от этого? Будем иметь экспорт. Это же вся продукция экспортно ориентирована. Он будет все вывозить в Европу. Ну. Значит, если этот проект нормально пойдет в планах у нас с ними, второй проект на Российскую Федерацию, скорее всего, это Оршанский регион, будет такое же производство. Поэтому рабочие места, подоходный налог. Ну, понятно, СЭС сделаем, налога на прибыли пока не будет. Сколько, когда, на какой период не будет? Значит, там, по-моему, лет до 20 после выхода на проектную мощность. От этого надо уходить. Ну а какой смысл? Мы отдаем сырье туда. Наше белорусское. Наше белорусское. Отдаем. Да и что за бесценок отдашь? Нет, ну за бесценок не отдадим ничего. Мне ж важно... От прибыли мы ничего не получаем, да еще на 20 лет. Нам надо рассмотреть, Игорь Петрович, этот вопрос. К нам приходит... Люди, они хотят здесь открыть производство, неплохо. А почему к нам идут? Сырье рядом, сырьем обеспечены. Да, рынок у них там есть, рынок этот будет увеличиваться. Он рад тому, что они 13% подоходный налог от зарплаты заплатят и будет мизерную зарплату платить. Это же бизнесмены. Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Если ты хочешь сюда прийти работать, пожалуйста, приходи и работай, как работают все наши предприятия. Все субъекты хозяйства. Да, плати налоги все, на прибыль налог. Хватит сюда тащить со всего мира бизнесменов, хвастаться, что у нас инвестиции, а от этих инвестиций страна практически ничего не имеет. Не надо сравнивать с IT-парком. Это супер новейшее. Сегодня на это бросаются все, и чтобы их здесь удержать, конечно, на этом этапе мы их поддерживаем, помогаем и прочее. Пускай работают, как работают. Но здесь нам надо кое-где и самим шевелиться. Ну вот как здесь. Создали производство, работаем.